Предстоящие выходные 15 июня, родительская суббота, 16-я Святая Троица. В связи с предстоящими массовым посещением городских кладбищ службы городского хозяйства приведены в полную готовность. В первую очередь наведен порядок на дорогах, ведущих к кладбищам в районе храмов и автовокзалов. На самих кладбищах вырубили старые деревья, покосили траву, установили контейнеры для сбора мусора, скамейки и емкости для воды, а также биотуалеты. Для удобства посетителей кладбищ на время проведения праздников будут установлены деревянные трапы для подхода к емкостям для воды. Во время празднования Святой Троицы посетителям будут выдаваться мешки для мусора. С 7 до 19 часов и в субботу, и в воскресенье будет ограничено движение транспорта, кроме общественного. Традиционно оно коснется улицы Богдана Хмельницкого до перекрестка с улицы Фучика и Алаторского шоссе до ЖД переезда у Карачуринского кладбища. Добраться до мест поминовения горожане смогут на автобусах номер 3, 30 и 46. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.